Песню, которую я бы хотел сейчас исполнить, называется «Как радостно». Я написал ее лет 15 назад. Она написана на стихи Сергея Чигракова. Он об этом знает и совершенно был не против. Вот у него она не вышла как песня, но у меня получилось. Эти стихи положить на музыку. Ну, поехали. Радостно утром проснуться с тобой и сказать себе доброе утро, и в сонное сердце тебя целовать, пропустить тебя в душ, а самому закурить, вспоминая урок Камасутры, зачет, по которому сдали на пять, сдали на пять. Радостно петь для тебя по ночам, когда ты так сладко зеваешь и делаешь вид, что не хочется спать, с последним аккордом, и все-таки ты засыпаешь, но ради этого стоит писать, ради этого стоит играть, стоит играть. На, 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 на. Как радостно в поезде ехать и знать, что ты меня любишь и встретишь. Я буду рассказывать, ты понимать. На радостях этих можно напиться с братвой, да так, чтобы было никак. Но я ненавижу тебя провожать, тебя провожать. На, 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 на.